руках цветы, а на лице улыбка. Ольга Лютова, не скрывая эмоций, ждет приезда колонны липецких полицейских из командировки в Дагестан. Там отец семейства Сергей нес службу, охраняя покой граждан на Северном Кавказе. Ольга рассказывает, что за 5 лет работы супруга в полиции – это его первая длительная командировка. И вот спустя 180 дней томительного ожидания – долгожданная встреча. Все эти 6 месяцев волновались, переживали, как он там себя чувствует, как у него там складывается все. Сейчас поедем по всей родне, видеться с мамами, с папами, с бабушками, с дедушками. Они все очень скучали, ждут. Счастливы, что вернулся. Мирно! Равняйте нас, середину! Старший-майор, отряд в количестве 79 человек постоянно место дислокации прибыл. 79 липецких бойцов были в командировке на Северном Кавказе на протяжении полугода. Дома их встречали родные и близкие, друзья и коллеги. С приветственным словом к подопечным обратился начальник УМВД по Липецкой области Михаил Малаканов. Отряд добросовестно нес, выполнял свои обязанности. Руководство группировки выразило благодарность. Поэтому еще раз спасибо. Для многих полицейских это уже не первая командировка на Северный Кавказ. В этот раз сводный отряд дислоцировался в населенном пункте Агвали, Республики Дагестан, в горном районе на самой границе с Грузией. Липецкие бойцы поддерживали общественный порядок и следили за безопасностью местных жителей. За время несения службы вдали от дома полицейские приняли участие в нескольких спецоперациях с другими силовыми ведомствами и успешно справились с поставленными задачами. Есть соответствующие результаты. По выявлению и задержанию боевиков есть, значит, результаты по выявлению и задержанию пособников, тех, кто способствовал, значит, этим боевикам и их местонахождению. Есть результаты по выявлению, значит, автомобили с перебитыми номерами, ну и так далее. Все в полном составе, в полном объеме, живые, здоровые, вернулись на родину. Приехавших бойцов уже сменил другой сводный отряд из Липецкой области. В Дагестан стражи порядка отправились на прошлой неделе. А те, кто прибыл, теперь смогут побыть с родными и отдохнуть. Полицейским предоставили 10-дневный отпуск, после которого они вновь будут оберегать покой граждан. Дмитрий Курмаков, Дмитрий Кузнецов, Липецкое время.